во время репетиции, проведения репетиции 27 апреля, 3 мая и 6 мая будут перекрыты улица Московская от улицы 30 лет ВЛКСМ до улицы Ленина, от улицы Урицкого до улицы Парижской коммуны. Во время репетиции, время проведения репетиции с часу дня до 4 часов вечера. На 9 мая с 6 утра до 22 часов вечера будет перекрыта улица Московская от улицы 30 лет ВЛКСМ до улицы Коростелева, улица Ленина от улицы Урицкого до улицы Парижской коммуны и улица Советская от улицы Краснопартизанская до улицы Парижской коммуны. Автобусные остановки будут размещены на время репетиции на Парижской коммуны вблизи городского дома культуры. Во время 9 мая перекрытие проезжей части остановки будут размещены на улице Горького вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» и на улице Каландарашвили, остановка «Горсад».